Всем привет, меня зовут Ома. Эма. Мы братья-близнецы, танцоры из Бишкека. В общем, мы выиграли отборочный тур в Бишкеке. Там участвовали не только Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. В общем, мы выиграли этот отборочный тур на мировой чемпионат в Париже. И в Париже, собственно, мы участвовали. Вот и мы доказали, что вот мы есть, есть Кыргызстан, есть такая страна обычно. И дошли до полуфинала в Париже, в мировом чемпионате. У нас выходят какие-то новые контракты. Серия Китай, Африка. Да, весь мир, весь мир сейчас нас узнаем. Вот. И это всего лишь начало, и это был это наш самый первая первый... поездка в этом, первый визит. И это все начало. В следующий раз мы. Да. Там участвовали те танцоры, которые мы раньше следили, в детстве следили, там, можно сказать, mm-hmm. хотели, да? И вот мы с ними в одной сетке. Это уже что-то значит, а мы там уже дошли до полуфинала, это уже... И выиграли Слимбуги Яля, они являются очень... легендарным танцором. Да. Слимбуги Яля Манкова, у нас это было... Большие люди с вами были. Огромные шаги. Следите за нами, в общем, мы будем снимать много-много видосов. Короче, наблюдайте. Мы будем представлять Кыргызстан и за нами наблюдать. Очень интересно.